Вижу оленя. Стреляю в оленя и мимо. Олень такой посмотрел, типа, а что это было? Все, я тормознул. На, Рома, тебе это, стрелы сразу. Да, стрелы, давай. Кинул. Потом мне дадите немножко стрел. Да, без проблем. Забрал? Так, починили лодку, все, да? Сейчас я посмотрю хоть. Сейчас подождите, а мне там пишут про... Вы такие были на ките или на попу. Хорошо, что там не открылась какая-то эта морда и не сожрала нас вместе с лодкой. Да-да-да. Типа, знаешь, такой ультра-мега-босс, которого нельзя убить. Просто, типа, не подплывать. Бля, ну все равно прикольно, конечно. Такую ебанину найти в игре. Не, весело было. Причем выглядел как остров, который начал хуярить. Я ж почему, собственно, отплыл этот остров, он начал тесать бока лодки. А я смотрю, он типа начинает двигаться, я думаю, может, у меня в глазах двоится? Да, нет, не, я первый раз тоже смотрю, он начал опускаться, я думал, ППС это волны, типа, бьются. Да. И все, думаю, ну, хуй с ним, типа. Потом думаю, да ну нахуй, что-то сильно проседает он. С моей позиции он, кстати, не двигался, потому что мне снова колбасил по волнам. Мне было не видно такой хуйни. Плюс я, когда начал выруливать от острова, я даже не заметил, что он исчез, блядь. Я почему так удивился-то? Но тактика Викса, главное, сработала. То есть зависаешь на месте и ждешь. Да, вот это вот заебись. Интересно, что нас ударило? А, да это нормально. Это или либо об камень не бьемся, либо кто-то нас... Не, камней здесь нету. Тут, может, волны. Они, когда это волны, там камни прямо оголяются, если большие волны. Я сейчас, когда в шторме плавали, там реально прям дно. Да? Сейчас есть какая-то лодка еще бы больше? И быстро, ну, быстроходнее? Ну, не знаю, может, есть. Говорю, надо... У нас еще два этапа развития. Это железо и черный металл. После бронзы. А, нет, там еще бы... серебро есть. Там бы из бронзы подсвечников там нахуярить, ну, нормально будет построить, и да. Тогда уже можно дальше будет экспансию делать. Так, а мы... Нет, я хочу сразу делать экспансию, чтобы скрафтить себе железную одежду, броню. И потонуть нахуй в ней. Бля, я с дуру битку убрал. О, видите? Так. Я отошел сейчас. Видите это? Что? Это новая земля. А, остров, ну да. Не факт. Ну смотри, голые деревья. Ебать, да, смотри. Ну я тогда тоже думал, что это земля. А ну, что это? Да. Не, ну здесь-то точно уже земля. Ну да, деревья не будут, наверное, расти все-таки на ките. Так, а что? А, нихера себе, там горы слева. Вдали горы. Ну, наверное, тормозируем, а мы дальше пешком, наверное, до этой хуйни кто пойдем. Ну, если такой пешком ты здесь пойдешь, тут вода. А, ну... Он, в смысле, поплыть поближе. Да, возле острова. Да, я ж, ну, на берег заплыву. А, ну да, мы, кстати, около древнего уже. И в этом состоят уже нас встречают. А что это стоит, бля, там зомби какой-то. Вонючий какой-то. Болото. Болото. Вот тут давай паркуйся. Ну, не прям в землю же. А сзади нас какая-то минога, блядь, плывет. Где? Под нами. Под нами прямо. А, вон вижу, да. А, это пиявка какая-то, слышишь? Ебать, мы сейчас тут... Кстати, я ролик смотрел, болото это очень неприятная зона. Скиньте кто-нибудь в ящик этот... Стрел? Стрел, да. Поставьте верстак, есть у вас возможность? Сейчас верстак попробуем. Я сам подставил. Надо потом зону сделать тут какую-нибудь. Дайте этих бревен, дайте. У меня 4 штуки всего. Скинул Дима тебе это самое. Давай, или все, что есть, давай. Бревен. Быстрее. Скинул в ящик скинул. Да, сейчас дерево туда быстрее. Давай, я если что на... Ты из ящика стрел забрал, Дима? Да. Ага. Бля, пиявка, она атакует. Пиздим её. Атакует. Ты зря, блядь, не идешь. Она со звездой. И их две. Я вижу.
Блять. А, они не вылазят из воды, походу. Можно их сука. Да, но они плюются, блять. Их три. Их три. Они размножаются почкованием. Их четыре. Блять, они реально размножаются, их четыре. Слышите, меня зомби бьет. Где? Там. Сзади. Сейчас его нахуй. Блять. Слушай, он сильно дамажит. Пизди. Так, короче, я ставлю здесь портал. Да, давай. Да. Блин, главное, чтобы он... Еще зомби подходит. Пиявок отогнали. Еще зомби подходит. А, ну он там возле. Надо эту поставить. Бля, а он корабль не ебанет сейчас? Не, вроде стоит около него. Ну, все, наверное, да, надо ставить. Нарубить дерево. Дерево. Я уже надо порт какой-нибудь сделать. Все, убил его нахуй. Ох, пиздец. А, слушайте, я крафт нашел новый. Древняя кора. Блять! Скелеты! Скелеты сзади! Сейчас, 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 сейчас. И пиявка опять. Ё-моё. Пиздец тут неблагоприятно, блять, условия для жизни. Да, да ладно, ладно, я ему портал поставил, остальное уже похуй. Ебать, он секашит! Ебать, он пришел! Драук! Надо отхил, отхил. Опишено. Колбаски, потроха. Там еще скелеты идут. Где? Там пиявка тут на пришло. Вон мне, вон мне. Че? Блять. Отпижено. А вот как второго, блять, блять, а там эти находится, а там пиявки. Они сейчас стреляют с лука. Сейчас мы с лука тоже стреляем. Сзади, сзади, сзади пришел! Сзади пришел! Бать, он меня секанул! Да я говорю, блять, такой бьет, сука. Все, я конь. Отпишено. Сейчас я через портал пойду. Блять, кто меня сзади ёбнул? А, эти, они к пиявке плюются. Ну так ты сам пиявки, там стрелок стоит, там, стреляет. Там вообще стрелки стоят, да. А. Давай, я, короче, на себя его беру. Пусть он в меня кидает. У меня стамина нет. Быть не жесткий. Зачем я стрел так уворачиваю? А просто за мной стой и все. Дима, я отстрела так уворачиваюсь. Ну, ладно. Так, а в какой портал-то заходить? Во второй? Твой. Блокирование качать надо. Поехал. Пиявки, блядь. Я, короче, пиявок буду настреливать. Так, забираю всю хуйню, одеваюсь. Бля, как же мы древнего будем хуерить, если там рядом с такие же. Да, вообще, не знаю. Там мол. Надо, короче, форпосты делать в пистух. Так, я на там пиявки потроха падают, слышите? А, я с драго получил их. Потроха? Да. А, ну, может, правда. О, гасина. Ой, все, я сдох. Сдох. Заходи сразу в портал. Чтобы портануться. Она ядом травит на 20 секунд. Когда здесь, надо зелье... здесь надо зелье варить против яда. Сопротивление яду. Красный флаг. Да, да. Пиявки падают. Кровавое месиво. Ну вот я же говорю, сейчас крафт она делает. Блин, в идеале, конечно, чтобы змея этого бах. В воде, который плавал. Да, да, сначала да. Нам надо тут этот сделать. Форпост, чтобы нам чиниться можно было спокойно. Блин, надо было бревен взять в доме. Да кто ж знал? Что кто знал? Я к тому, что я когда это телепортировался. А, ну да, теперь-то можно. Не подходи близко. Да, мы сейчас с Ромой ее запиздили. С топоров. Рома там не участвовал. Дима. А, ну это Дима. Я уже две отпиздил. Сейчас я древен возьму. О, вот она, вот она. Они, суки, прячутся потом. Они, да, отплывают. Блять. У меня стамина кончилась. У меня тоже... Ну, меня жрать хочет.
Ставлю стамину, восстанавливаю. Мы отбились. Ты далеко ее убил? Я ее не убил. Или убил? Ходу убил. Надо тут это, там... поставить костер, пацаны. Да надо тут вообще дом сделать хоть какой-нибудь. И причал нормальный. Да дайте вот тут сделаем. Загнать туда корабль и заблокировать, чтобы он... Вот тут, кстати, можно будет сделать. Я корабль уже заблокировал. А костер что нужно? Большой костер. Камень. А, камень, камня нет. Отлично, убил. Еще минус одна пиявка. Сейчас я камень добавлю. Нихуя, блять, не видно. Тоже нихуя не видно. Поэтому игровой костер поставить. Так, побудьте рядом со мной с факелом. Поставь, Дима, костер. Да добудь камня. Дерево я тебе дам, ты камень добудь. Одна. Так, где камень? Вон Рома все поставил. Все, заебись. Вам холодно и неудобно. Мне надо все-таки дом делать. А, блять, это верстак был, ёб твою мать. Я так что верстак разъебал. Блять, Дима! Как ты заебал? Я промолчу. Сейчас построю. Прикольно, Рома, дом строит, Дима, верстак сломался, пизда. Да я думаю, что там стоит, блядь, кривое такое? Эпик фейл. Если вот эта хуета в болоте тусуется, гигантская будет, босс, то, блядь, как его убивать? Я говорю, это будет тяжко. Да. Там по болоту еще всякие скелеты, он ходит, я вижу отсюда. Дайте бревен, есть? Сейчас я понесу. Еще. Внос. О, опять звездатая приехала. О, отлично. Так, поднимаем потроха. Съебаемся. Так, мне нужно сначала факел сделать. Бля, подальше, блядь. Отпады, отойди. Так, бревна 10 штук есть. Кинул. Бля, скелеты прижали сзади. Ебните им в спину кто-нибудь, пока не мягрится. Сзади еще бежит. Там драугр вон еще. Так. На тебе, ублюдок. Мне уже не нравится эта идея сюда идти. Ебать, там какая-то хуйня, пацаны, там сзади хуйня какая-то, лизун какой-то бегает. Он на дереве сидит. Да, я вижу, он ядом еще хуелит. Отпусти. Бля, че не попадай по нему. Надо чуть-чуть выше. Блять, его. Справа пришли два этих самых стрелка. Справа, пацаны, гоблины эти. Драуги. Лучника сейчас мы заебашим. Надо лучника первым. Да. Все, куда ему. Блять, на второго. Слизень пришел. Сгустить. Ебать, он прыгает, пацаны. Через всю эту хуету. Бля, у меня выносливости нету. И он меня ядом ебанул, пес. Не подходи близко к нему. Сосиски какие-то, блядь. Опасная хуйня. Бля, блядь. Сейчас сдохну. Заходи в портал сразу. Не успел. Я до него бежал. За мной сгустит, блядь, ползает. Ебать, он далеко прыгает. Да я говорю, он через все это самое. Опасный тип. Опасная территория, слушайте. Мы тут опиздюливаемся просто на ура. Хотя мы и там опиздюливались. Гнилостная бомба, рецепт. Ты не трать, потом рецепты дашь тоже. Можно будет скинуться. Я не трачу. Я пока, блядь, деревья рублю. Нам в оборону надо делать. А то мы тут так, блядь, не протянем, если будем постоянно воевать. Так, где мое добро? Нам тут надо дом, блядь, как-то сделать еще. Там, по-моему, еще один сгустник лезет. Так, все, я оделся. Да, вон он. А, не, это зомбак идет. Зомбак идет. Пихта. Драук. Да, есть сгустник, кстати, тоже лезет. Вон он прыгает. Надо огненные стрелы, походу, сделать, пацаны. Мне кажется, против вот этих
все нежити. Будет заебись. Рому зажали. Меня траванули опять. Я бревен кучу набрал. Так, какой-то древний кору набрал. Ебать у вас тут. Да там эти пришли. С густеней и зомбак. Еще с густень, сука, один. Ёб твою мать, сколько вас тут? А, это пиявка, пиявка. А вот он и... Слизняк. Это слизняк. Это уже слизняк. Прыгает, блядь, как с густень. Да. А он тоже ядовитый петух. Ну, подозревай, да, судя по тому, как он выглядит. Слушай, мы вообще с берега куда-нибудь идем? Да вот там. Ну, может быть. Надо дня дождаться, просто ночью приплыли сюда. Да, да, да. Бля, уже еще и скелет риснулся, ёб твою мать. Там сзади дома скелет бегает. Ну иди сюда, подходи, давай, дашь на дашь. Викс, тебе помогу сейчас. Всё, ладно. Так. Там пиявка. Блять, надо до утра дождаться, и можно будет хоть развить тут хоть какую-то оборону. Ебать, он вас потравил. Да-да-да. Сейчас Рома отъедет. Не успел. Ну ладно. Блять, я вынос успел. Не, у меня пока нормас. Ну, у него нет. Все, у меня стрелы кончились. Надо съебывать домой, взять огненных стрел, я думаю, сделать. Бля, убегаю, сейчас тоже не успею, сейчас не успею. Надо сейчас застроить портал, чтобы они его не бах. Да, то опять придется плыть. Пиздец, его топором вообще нереально убить. Фух, бля. Я вернулся сюда. А, так. Бля, а я что, тут один остался? Да. Я не остался. Остался, все. Я не добежал. Дима был и весь вышел. Да, можно гарпун за лупы, но это. А ведь они вышел. Наверняка сейчас, блядь, портал попытаются ёбнуть. Лезвие из бездны, прикинь. Нужно сделать. Можете мне сейчас свой лут вернуть? В смысле вернуть свой лут? Ну, в смысле, я сдох. Ну, ты его сходи да забери его. Или я что-то не понимаю твоей логики. То там уж они прям под порталом. А-а-а. Ну я разойдутся, мне кажется. А где еще перья были? А, у Рома, по-моему, в хате. Надо взять. Я назад в пизду. Я хочу попробовать огненные стрелы сделать и это попробовать ебануть. О, много не буду. Так, стрелы взял, а то взял дерево, по-моему, там есть. Одеться. Так. Трофей пиявка. Кровавая туша, жижа. Еще не хватает одежды. Древняя кора. Древний крепкий материал, 5 штук. Цельная древесина, блять, просто древесины не хватает. А! Ночь ебаная. Сейчас кончится, может туда идти. Бля, эти еще бегают. Что ты бежишь ко мне тут? Пес. Возьму меч вообще. Принесите мне один кубик красный, пожалуйста. А, не, забейте. Все, забей, не надо. Быстро ты. Да смысла нет. То есть уже портал разъебали? Смысла нет? Нет, портал пустой. День 55-й. Так, все, бревен немножко добыл. Да, слизи на два маленьких рассыпался. Нихуя себе.
Так, огненные стрела, давайте создать. Ну-ка, опа. Еще создать. Хорош. Так, что тут можно положить? Камень. Хренотень. Так, вот камень. Эмма, ты здесь? Да. Че, смотришь? Да. И как? Вроде прикольно. Игра на залипательная. Так, кровавый месиво фу. Ну вам нравятся такие песочницы? Да, не знаю, я кайфую. Я прям очень кайфую. Значит, Ром, вчера в твоих ботинках ужил какой-то мужик, да, получается? Да, долбоёб какой-то. Вот. Я ж не видел этого, я не знал. И по итогу порвал их, блядь, и принёс... Ну, дорвал, да, до конца. Слушай, а мне надо 30 хитина, чтобы гарпун сделать. Да, ну я скинул там свои 5, но этого не хватит. Ой, у меня 3. У меня 15. Я 3. Ящик скинул. Я все, что было хитина, я отдал. Но как бы не мой живу. А ты этого долбоеба знаешь, нет? Скажи, слышь, ты плати. Ну да, вообще я тоже думал, может вот типа это... Да, уже была мысль, потом думаю, хуй с ним, потому что... Все равно я собирался новые ботинки покупать. А связываться с типом, который не в состоянии свои тапки найти, я не хочу. Ох, так он, наверное, пьяный был в говно. Да, так и есть. Так, смола и перья, да? А где перья? Значит, целый стак перьев был. Это там у тебя лежат. Там по полтос еще я. Я ж не все забрал, не все. Там полтос должен остаться. Я новый лут с острова закинул во второй сундук у тебя. В крафтильне. Так. Тут тоже надо вышку какую-нибудь сделать, чтобы это отстреливать. Так, уголь закинул. Ну-ка попробуем сейчас, как огненная стрела будет. Ой, ебать, она дамажит, пацаны, их! Он горит, блять! С огненной стрелы. И он почти 90 хп снял. С одной стрелы только. Зомбаку. Все, и мечом добил. Охуенчик, слушайте. То есть стрелы... Я на улице поставил 2 сундука, туда будем скидывать лут новый. Угу. Чтобы не захламлять сундуки наши. Надо Диме на склад осваивать просто. Сундуков, ну да. Нахуярить. Я бы дубильный станок бы хотел бы себе сделать. Чё там на него надо? Олени, обрывки, кремень. А, да это легко. Так, чё там? Мне ещё пишут во всех чатах. Работничек, блять, сидит, работает. Так, а сколько обрывков надо? 20. Авария на подстанции, нет электричества. Все пиздец. Так, а вот эту пиявку можно убить? Интересно. Не, пиявка, огненная стрела несовместимы. Ты только тратишь. Но она же в воде. Да, драгоценная стрела. Не, я думал, может она все же загорится. Что-нибудь такое. Но нет. Нет и нет. Так. Нормально, пиздата у нас деревня получилась. Вот это дерево. Бля, это дерево не рубится, что ли? Гигантское какое-то. А, не рубится. Что это будет за дерево? А, не, вот это большое не рубится. Ах ты мразь. Наверняка у тебя не хватает этого. Ну, в смысле, инструмент нужен, пизжа. Ага. Гигантское дерево. Ой-ой-ой-ой. На тебе, петух. Все, минус зомбак. Ебать, мне сиканул. Бля, да ну тебе нахуй. Лучник против лучника, я отступаю пока. Там лучник. Я нашел металлолом. Звонит глухая бабка.
Ну или просто слушать ничего не хочет. Говорит, интернет месяц не работает, 172 гига накачано. Все верно, все было занято. Я отъехал. Сейчас, сейчас. Че он так быстро? А, я просто покоцанный был, у меня лучше закоцан. Я убил. Скажи, слышь ты, бабка, на тебя по ебальнику. Не, ну это вообще ропа. 72 гига? Ну да, не работает вообще, да. Так, собирай. Я заметил, что у нас шейпер как-то коряво работает. Ну, короче, получается, когда деньги заканчиваются, он как-то интернет частично обрезает, а частично нет. То есть, допустим, там некоторые ресурсы могут работать, по-моему, YouTube там работает. Вот. А получается, люди не оплатили, сидят там 4 дня, короче, типа, потом перезвонят не потому, что, типа, у них, ну, типа, перезвонят, говорят, мне что-то как-то ваш интернет плохо работает, короче. Типа, я говорю, он, короче, вот 4 дня закончился, вообще не должен у нас был работать. Ну да, там же Путин говорил, что типа какие-то ресурсы должны доступны быть постоянно. Блин, ну ты прикинь, короче, вот мы так подключаем абонент, они вообще тупо платить не будут, потому что они там кроме контакта Ютуба ничего не надо. И типа вот. А где Дима потерялся? Дима, ты где? Я у себя. И что, ты опять там строительством, блядь, занимаешься? Ты, кстати, Сань, купил себе симку МТС? Я хочу шматки немножко. Чего? Ты себе симку МТС купил? Нет, еще, блядь, меня дерево убило упавшее. А будешь покупать, когда поедем? Да, конечно. А тут Теле2 там хуйня. Ну да. Поэтому МТС прикуплю. Ебать, дорого, у меня же 325 рублей в месяц стоит. Да. Ну я куплю месяц попользоваться потом. Ну да. Пойду пусть не буду пользоваться. Так, блин, на талон нельзя телепортировать. Это придется здесь строить прям базу с печкой. И здесь крафтить себе железный шмот. Слышь? Да. Походу так и придется. Ладно. Фармим, короче, лес. Много лес. Строим базу. Пихаем здесь кучу сундуков. Я вот, кстати, начал второй ряд частокола делать. Да-да, я вижу. Я сейчас деревья тебе буду подкидывать. Строительство. Да, эти хотя большие не валят. Бля, она укатилась. Ой, скелет! Скелет. Мазафакер. Я сегодня смотрел видос, мужик... Там вон, видишь, эта фигня, где скелеты появляются, траугры. Надо ее развалить. Давай. Мужик, короче, в Нидерландах живет, он типа тестил 5G, вот, и говорит, такое наебалово, типа, написано, что 5G, вот, а по факту работает как... по факту это LTE, короче. Вот, то есть скорости как бы вообще ну, не добавляются. Ну, у них там, правда, LTE 50 мегабит качает. Ебать, ну, меня там нахуярили, лучники. Ёб твою мать. Сука, отъехал. Дима, вот тут твоя мощь нужна. Я тоже. Я немножко улучшаю вещи свои. Мы с Ромой отъехали. А Дима из вас самый мощный? Нет. Дима из нас самый некомпанийский. Дима там какой-то хуйней постоянно занимается. Ну это да, он и в жизни такой. Сейчас бы типа. Мы заметили уж. Надо крафти либо этого как его. Она в жизни любит съебываться в неизвестном направлении. Да, да, это, кстати, да. Да здесь как бы то же самое. Он просто 2 часа сидел молчал, потому что мы сказали, что его дом херня. Да-да, да. Я же вчера говорил, что на херенный дом построил. Это кто тебе говорил? Ты говорил. Я? Да. Зачем ты меня палишь? Дима такой, блядь. Да. Ну, короче, Рома говорил, что Дима построил такой херенный комп, что у него... Ой, такой херенный дом, что у Ромы комп тормозит, когда он его смотрит. Он так и есть, да.
Офигеть, скелетон, блядь. Смола есть. Блядь, мимо. Где, блядь, у меня перья? Вот перья. Дерево есть, пойду когтих стрел себе наделаю. Да, стрела все еще горит, лежит. Так, где эта хуета ихняя? А если поджечь пусто факелом? Да горит, слушай. Текс, еще один. Ебать на нее надо. Бля, идите, они колесаются. А, сука, пошел нахуй. Ну чё ты замахиваешься? Ну. Ах ты, блядь. Ух ты, блядь, давай. Так, еще один нарисуется. Ебать, она там нарисает. Это вот это вот? А, это за бабку нарисает. Ёб твою мать. Я сейчас отъеду нахуй так немного. Дима, реально нам не хватает. Сейчас я слева наделаю и иду. Бля, там какой-то здоровый элитный драугр. Да-да-да, они с фиолетовым глазом. Или элитный драуг, блять, он так называется. Так, у меня хп вообще мало. Все, пизда. Сука! Дашь на дашь, и он меня забодал. Там, Дима, две этих самых рысалки, этих петухов, еще рысалка скелетов. Ёбаный стыд. Слушай, он лох какой-то. В смысле лох? Он что-то прямом. Захуярил меня так неплохо. Сколько раз я уже сдох, интересно? Блин, на этом острове, да, мы больше всего, по-моему, сейчас подохли именно на этом острове. Я умер. Меня эти самые, блин, огры не так не пиздили, как это. Да нет, это жестко. Просто если бы Дима нам помогал, вообще было бы просто. Да, но нам пусть не хватает дамага. Дима, как обычно, просирает где-то непонятно где. Тупо не хватает захуярить. Лес есть, пойду сейчас стрелы наделаю. Так, пойду... Ой, ты уже миллиард лет делаешь эти стрелы, блин. Да у тебя какие-то проблемы со стрелами? Сначала нужно с эти средства набрать. Я ж огненные делаю, обычные делаю. Так, надо... Что да, только из лука не стреляю. Надо починить мне такое. Стреляю. Все, починился. Так, сотенка огненных... Все, починил. Блять, опять не хватает леса. Жесткое там, конечно, порево. У него склад какой-то неудобный, лестница, и тут такая балка на выходе из лестницы. А вы уже склад начали? Ну я тут обживать. Тут всякую хуйню скидываю пока. Так это еще и на внизу надо будет делать. Но балка просто из... Если ее убрать, то тут немножко все рухнет. Ну вот. Как-то было продумать сей момент. Так, пошел дальше, да пиздить этих. О, Рома там ебашит, сейчас я помогу. Ну чё, блядь? Ах ты пес. Готов, Рома, давай вот этого. Жги его, а я ему спину напихаю. Блять, все, стамина подчас. Смотри, смотри. Дай ему, да, позволить намахнуться, бить, и отходи сразу. Он тогда мажет, и ты можешь подойти и два раза его ударить. Ебать, он реально жесткий. Большой какой-то. О, сложили его. Бля, ну туда сейчас суваться, они сейчас опять нарисаются. Да надо это уничтожить, ну, спалить, да. Как. Где Дима нужен, блин, шепота? Иду! Паня, пока Дима идет. Ой, Рому. Готовиться было хоть немного. Так, Рому, уводи. Я попробую захуярить. А, да, давай так. А как выбирать, какими стрелами стрелять? А, так же, как сейчас щит, это самое. Ебать, я отъехал. Она взорвалась, и я сдох, покиньте.
Это так же, Дима, как это, щит и этот пистолет. Понял. Уже выбрал. Бля, я эту хуйню сломал, она взорвалась, и я сдох, покиньте от нее вообще, пиздец. Так что аккуратней. Ломайся. Надо было стрелами фигачить издалека. Да. Ну кто же знал, я думал, сейчас. Да, жестко здесь. Блять, меня стреляет, откуда? А? Блять, откуда? Так, мне опять тут по работе пишут. Рома, если еще я сдох. И? Ну, предупреждаю, что ты один остался пока что. Да, Рома затащит. Потому что, блядь, броню улучшил. Помогло чит тебе? Улучшил. Не. Так, мне нужно свой этот самый забрать. О, надо же эти, можно же колбаски сделать, прохов. Надо посмотреть, насколько они лучше обычной еды. Да, мы, кстати, я уничтожил штучку, которая нас дамажит. Вторую тоже снял, это самое, банул. Слышишь? А я что-то не вижу, где скелет. Он внутри камня стоит. Так, кто меня убил? Скелет, который нас стреляет, он стоит внутри камня. Так может, меня убил как скелет? Получается. Он стреляет, и мы его не видим. Он вылез из камня. Ага, вылез и меня ебашит. Чё-то он через камень ебашит. Чё, охуел, что ли? Не, через камень. Блять, тут двухзвёздочный драук. Этот лучник из две звезды. Опа, я его поджёг. Не, он не горит. Да, я вижу, я понял. Бля, он щит пробивает. Ёб твою мать. Ну, не сильно, не так сильно, конечно, но да, пробивает. А знаете, вам что скажу? Каждая смерть очень сильно откатывает нам навык. Да? У меня копья были 45, сейчас 38. Ебать! То есть надо не умирать? Да, желательно. Прям сильно откатывалось. Нет, сон лупит. Я, короче, тут спрячусь. Так, блядь, он за мной идет. Обходи, Дима, его сзади, обходи сзади. Он в меня палит. Давай, сзади его. Ёб твою мать, я отъехал, все. Я побежал. Ебать, он жесткий, или вдвоем. Что ж там за босс-то тогда будет такой лютый? Я хуй знает. У меня сейчас, наверное, вообще все по нулям, наверное, все это самое. Он до меня доебался-то, а? Тогда... Блять, мы вокруг этого дерева, блять, кругами ходим. Прыжок 7, бег 20, ну хуй знает, кстати. Ви, ты где? Я бегу. Ебическая тьма. Что мне делать-то? Бегай, пока кайте его, сейчас я попробую его. Только отведи его подальше от моей могилки. Чтоб я смог взять и залутаться. О, все, он его рамка отпиздил. Я какую-то штуку нашел, называть топшая кость. И что там, скрафтить можно здесь что-то? Ну, не знаю, мне что-то рецепт вроде не видел. Добавить. Вот ящики нашел. Блин, жесть, просто жесть. Кстати, древние тут совсем рядом. Да, попадемте, подойдем. Да, а что Лянь, на дереве? Ага, слизень, походу. Ноль урона. Тебя целится. Там скелет. Он целится в Ромку, а я в него. Чё-то хуёво он горит с этих стрел. Он, походу, похуй на огненные стрелы. Только за зомбаков они... У него одна звезда была. Не, эта фигня не корит. Походу. Вы прям под ней, кстати. Да. Второе дерево.
Тут глубоковато. А как его вызывать, где этот? А где этот тотем, я чуть не понял. А дальше идите. Ой, ебать, пацаны, ночь наступает, мне кажется. О, не все. Очень хорошая идея, да? Не, идите сюда. Это наш родимый мир. Да. Расслабьте. О, нихуя себе. Там просто мертвая земля. Типа. По типа и все такое. Вот она, алтарь. Же тут, блядь, сделаем, а хотя тут тоже не получится. Поссал? Да, но нет. Почему не получится? А смысл? Там хотя бы вода есть, соответственно, мы через воду сможем затягивать с собой эти. Сожгите их, молодняк. Угу. Дима, сзади там тебя там хочет наказать. Вообще предлагаю, смотрите, другой вариант. Базу делаем здесь, в лесу, а туда просто будем ходить фармить. Ну да, кстати. Как такой вариант. А и... так тут воды ж нет, чтобы... Да, нам сначала нужно найти тут железо, между прочим, для начала. Просто есть... Железо я нашел одно. Да? Да, называется металлолом, его нужно переплавить. А, ну тогда все. А то я хотел сказать, мало ли тут железа, может, нету нихуя. А мы будем это... базу строить еще одну. А что ему надо... жертвовать? Молодняк. Какой молодняк? Кого? Я так понимаю, что вот этих... Грейхбитов. У меня несколько бошек их есть дома. У меня тоже много. Не хотите подмагнуть? А где-то? Где-то он там. Что-то Рома куда-то убежал. А, вон. Ебать, тут оленя. А я чё-то Ромку на карте не вижу. Я вижу. Да вот он. Не, я сейчас вот когда подошел, увидел, а как на мини-карте его не было. Не, бать, же блок не сработал против этого. Это вот этот не камень? Что это такое? Залез же олова. Ну давай, добудем сразу. А куда ты его спрячешь? А, мы же это сам, да. Не, ну в принципе можешь добывать. Мы, мне кажется, мы все равно эту базу вторую сделаем. Руду-то мы перенести не можем на дальнее. На, можно там вот рядом с кораблем. Все-таки выстроиться. Сделать да, перевалочку. Не, мне не нравится то, что здесь очень много скелетов и жестко. Как-то можно, конечно. Железо бы найти. Что-то я пока нигде не могу, не вижу. Залежи олова. Ебать их тут! Хоть обыкновенные леши эти. Недралоги. Мы распидорасим. Пробил мне. Ё-моё. Все. Вы погибли. Кто там тебе уже? Четыре скелета там. Это такое. Опять олово. Залежи олово, да. Тут до хуя олово. Угу. Ведь оно тут еще рисается, это пиздец. Нет, не рисается. А зачем тебе рисается, чтобы ресурсы рисовать? Ты видел карту? Да, карта огромная. Пиявка, сука. Ты просто при всем желании нам все ресурсы не добудешь.
Смотря сколько играть. Ну, лет 20, например. Будешь в нее играть столько? Мудрости несколькими можешь играть. Ну ладно, будете а играть в 20 лет комнат втроем. А в четвером, допустим, а в пятером. Ой-ой, ты что бежишь сюда? На. А всем Китаем. Тогда секунд 15, может и хватит. А разве. Бля, там призрак летит! Где? Вот за мной, блядь! А ты глазки приоткрой. Он слева был. Вот тут летел. Вон он, видишь, сверху. Видишь, сзади сверху. Вон он, вон он, вон он. Хотя бы я не вижу. Тёма, ты видишь? Ну, блядь, вверх, блядь. А, во, вижу, ёбаность. Ты видишь его. И чё, он прям на меня летит. Какой пиздец. Ой, тут пиявки. Ой, я дома не имею. Помянем. Не, ну в принципе, если ты хряпнешь пожрать по... Ну я хряпнул, но нифига, все, до свидоса. Прощай. Сука, че ты такие мощные со своим ядом, ебаный? Затрахали. Копье кремниевое вообще урон не доносит. Кому призраку? Это драугры. Драугум. А. Это на их надо всех огнем, только огнем не заебись, может. Не, и метим тоже классно наносит урон. Это пиявка, отойди. Да, я знаю. Я специально сбоку зашел. Попиздовал им. Призрака будем пробовать за... Да, да, сейчас. Таня вернется. Блядь. Ебать. Что ж ты меня там ебануло, вы погибли. Это какой-то призрак. А, меня призрак, походу, ебанул в этом самом. А, у нас портал херачит. Бля, бля, парни. Он только что погас, портал. Да ну нахуй. Он погас, потому что не из-за этого. А, ну это я там портанулся, наверное. Не, нормас, я пошел. Всплываю. И чё, вы его пиздите, нормас? Да. Это вообще лох. Блять! Тут ко мне этот прип... А где мой труп, кстати? Второй. Не показывается. Второй? Точнее, первый. А вон, не вижу. Бля, пока не показывается, показывается последний черепок. Да. Так, тут проблемка. Какая? Вот это вот зеленое. Ну так стреляй в эту проблему. Видишь проблему, стреляй в проблему. Ох, хорошо горит. А, у меня стамина кончилась, блин, думаю, чё не так? Так, пацаны, я к вам бегу и веду, по-моему. Кузнечные мехи! Кузнечные. Новые рецепты что? Появились. А что ты подобрал? Видимо, по трупу прошелся. Ну, скелет этого, блядь, призрака. Вон еще призрак. Так а что ты подобрался? Я не знаю. Так, а цепь! С призрака цепь выпала. Ну, будешь крафтить мехи, значит. Где ты призрака видишь? Вверху за деревом прям летает. А, вот вижу. Попал, да? Я тоже да, попал. Не, я про тебя говорю. А-а-а. Че, он поближе подойдет. Ну ладно. Да ладно. Собираем, собираем, собираем. А где он? А ничего не выпало, что ли, с него? Выпало. Я уже подобрал. Ну у тебя, Сань, тоже так темно, нихуя а не видно. А где наш город? Да. Где наш корабль? Тут темнота, что пиздец. О, вон он. А, корабль? Кстати, Рома, где корабль? О, вот ящик от него, если что. А, его разъебали, походу. Угу. Ну, все, хорош. Да ладно, главное, что доплыли, портал поставить. Да, это главное. Надо, мне кажется, стеночку усилить, чтобы это... Пацаны не разъебали нашу... контору.
спустимся обратно, соберем корабль по новой. Верстак нужен. А, они верстак сломали, да? Поставьте верстак. Я поставлю. Вот тут внутри его. И двери еще пополомали везде. Ну, петушки. Правильно. Надо пойти на леса на парни. У меня есть бревна. Надо вообще переносить эту базу туда, в лес. Спокойный? Да, и из портала. Да, просто здесь будет тяжело. Или это постоянно лазит. То весело. Надо по портал поставить там, а этот снести портал, все. Мне бы понять, откуда я металлолом получил. Да, вот это вот. Ну, с Драугра, наверное, вот. Это чё, блядь, за бревно? А. Блядь, я просто плыву. Ай, блядь, стамина кончилась. Ёпты, мать, он это лучник. Ладно, я в город погнал. Да, не вы можете телепортироваться. Нет, не погнал. Да ты заебал меня пиздить. Выручайте. Все. Берём. Ой, слизень, слизень. Блядь, ночь опять начинается, и все, пизда. Бля, я пожрать ничего не могу. Ай, ай, ай. Мина. Ай, ай. Я даже бегу. Но у меня хп мало. Ладно, сам уже... Я уже справил. Так, уходим нахуй отсюда. Ночь. Закрой калитку. Поставьте здесь этот, как его, долбанный ящик. Сундук, в смысле? Да. Чтобы не разъебали его. Сань, поставишь? Да, сейчас. Влад, поставил. Так. А чё не могу пойти? А, с этим предметом вы не можете пойти. А. Ты, видимо, тоже метал. А, ола, где она? Ёб твою медь! Всё, всё, всё. Я текаю, я сейчас умру, не хочу умирать. А, у меня этот, блядь, стоит. Да, у меня это ола. Баная. Да за бан страны. Все, все, я съебался отсюда. Я опасно. Видел, как Рома погиб. Погиб. А? Сделал два шага и про. Не успел съебаться. Так, интересно, как это сделать? Кузнечную хуйню эту. Подвесной мангал. 5 бронзы, 2 угля. А, да, Дима, скинь новые предметы, да, я тоже открою себе эти самые. Вот в ящичке. Сюда вот в эти, поскидывай. Я Ромке случайно скинул его. Поскидывайте, я поизучаю. Так, чё там, ага. Сохшая. 4 цепи надо на мех. Меха. Так, все, я вернул вам все. Так. Это что это у меня было? А остальное все есть. Нормас, нормас. Чё-то можно понакрафтить там. Бронзовый меч, бронзовое копье пока. Так, надо починиться. Бронзовые гвозди. Бронзовая алебарда, ебать. Надо это шучусь. Гнилостная бомба. Да, я не можешь на гнилостную бомбу сделать. Из кабанчиков, из кожи кабана, так понимаю, да? Жижа и смола. А как ты, Дима, меха собрался делать? Где-то? Там, а, да никак, да. Там 4 этих. Кузнечные, а, да. Меха. Ну это 4 призрака ебануть, в принципе. Ну точнее уже 2. Можно меха сделать. Ну, кстати, интересная тема.
Сложу все это дело. А, не, перья чего складываю? Я сейчас сделаю еще огненных стрел. Надо жрачки еще взять. Так, не так. Так, возьму зелье это самой выносливости. Одно. Медовый воин. Так, ну все. Я буду набить что. Так, надо пойти лес нарубить. Ой. Да, ну да. В нормальном лесу леса нарубить. Блин, я чайник поставил часа полтора назад. И? Что, и все. Я забыл. А он у тебя что, кипит полтора часа? Нет, у меня электрич. А? Ну пора уже еще раз ставить тогда. Я думаю, что да. Как минимум. Ё-моё. Ё-моё, что за вакханалия творится? Да я себе бревнами немножко покосил. Дима, конечно, это хибару построил. У меня... Тем, чтобы ты понимал, у меня 15 хп есть. За Димин хибар? Да. Да, я тебе говорил, что тебе надо ноут покупать. Ты меня не слушаешь. Глюпый. На 30-60 хотя бы. Это прям так легко сделать. А что, он вот зашел, купил, блять. Все, да, все. Проблема, да? Не проблема. Сколько? 100 тысяч, 110 стоит. Ну, по сути, если я это, допустим, за 40 продали за полтос, я могу его взять. Ну, блять. Кажется, тем кому-то можешь продать его и подороже. Сережа? Да. Да Сережа, нихуя! Это не MacBook, блядь, чтобы его Сереже продать. Был бы ему MacBook, он бы его, блядь, и за 60 купил. Блин, Сережа, насколько я помню, и говно какое-то умудрился. Он за 30-ку там есть столько. Ну да. Об этом я и хотел сказать. Кстати, что... у меня есть яблочки, можем прихуярить яблоко на твой ноут. Да ебать, Сережа. Да. Гениально. Не, а что касается всяких MacBook'ов, Apple'ов, Сережа хуй наебишь, по-моему. Звонил тут мне недавно Сережа, говорит, типа, iPhone не обновляется, типа, на последнюю версию iOS, типа, из-за этого контакт не работает, короче. Говорит, давай я тебе приду. Я говорю, нет, не приходи ко мне, у меня компьютер занят. Он банит крипту. Да, ему вообще не до твоих айфонов, блядь. Время деньги, в прямом смысле этого слова. Да. Я говорю, хули ты тупишь? Я говорю, купил бы уже новый iPhone, блядь. Уже купаешь его 3 года, блядь. Какой 3 больше? А чё, не могу. Слышь, ты надо сососин нарубить. Цельную древесину и поставить чистокол острый копий. Да, кстати, у меня есть теория, потому что Сережа говорит, что он типа экономит на интернете и раздает со своего андроида Wi-Fi. Получается, через, ну, типа, как вот помнишь, мы делали, да, через LTE. Ну. Раздает Wi-Fi на свой iPhone. Может, из-за этого, типа, она скачать не может или еще что-нибудь. Я что-то за сосен Рома не видел тут. Березы, видно все. Вот так, деревья сложу в ящик сразу. Тут. Так, два стака деревьев в ящик положил. Пойду еще сосны искать. И че, блядь, животина, на нахуй тебе. Так, где-то 100 стак еще тоже выкинул. Да, его кинул-то, а вот он. Ну, что-то не берёшься, берись. О. Кстати, посмотрел, как 3060 майнит крипту. Ну, они, короче, заблочили только майнинг эфира. Ну,
да. Все остальное нормально фармится, она типа профитная. И народ также ее будет покупать, в принципе. Да уже все скупили. Да. Так что тут то, что они что-то там делают вид, что борются, это такое. Вялым по губам. Бля, реально не вижу ни одной сосны. Одни буки да березы. Да, сосна в лесу в черном. А, в черном. Не, тут тоже, в принципе, сосны были. Только далеко до идти надо. Так, что нам нужно, чтобы построить меха? 4 цепи. Точнее, плавильную печь. А. Не-не-не, не меха, а плавильную печь. Сказал. 20 камней, 5 ядер. Понесете? 5 чего? Ну, эти, кубиков как раз. 5 кубиков и 20 камней обычно. И все, и начнем плавить. А, и уголь захватим. И начнем плавить металлолом. Сейчас принесу. Блин, уже 100 стрел улетело. Сейчас пойду опять опиздюливаться. Лучше, блядь, их хотите. Повозку, блядь, кинуть. В смысле, как повозку кинуть? Открываешь ее и кидаешь? Блять, а нет, сбросить, а вот все. А, скинуть ее. Да, я ее завел в этот сзади. И пытался скинуть с себя. Блин, ну Дима так много проблем. Угу. Так, значит, что беру? Камушки. Слушай, а ночью. О, днем они вообще какие-то физичные. Да. Хорошо. Да. Просто там станут выстрелы падают. Кстати, у Викса тоже 20 FPS в этом доме. Угу. Серьезно? Да. Угу. Да, у меня надо тоже поседать. Так, а что ты хочешь принести? Уголь, камни? 5 кубиков и 20 камня и угля возьми. 20 камня. Так, кубиков вот как раз вот так на 5. Угля, а ты сейчас, Сань, пишешь? Да. Может, из-за этого? Ну, слишком сильно проседать. Ты видишь, какая там графика? Нечему там проседать. Да, да, тут графика вообще не очень. Ну я сейчас пишу, еще стримлю тебе. Угу. Угу.